Американская полиция задержала мужчину в костюме дерева. Ряженый мешал движению на одной из улиц Портленда в штате Мэн. Запись инцидента опубликовал в своем твиттер-аккаунте пользователь под ником TV Teddy. За сутки ролик набрал более 12 тысяч лайков. Автор поста отметил, любителя необычных костюмов зовут Эшер Вудворд. Ему 30 лет. Задержанный отказался отвечать на вопросы сотрудников правоохранительных органов. Его друг, который был поблизости, объяснил поступок товарища. Таким образом, Вудворд исследовал местное автомобильное движение.